Прямо перед Новым годом, как всегда, хочется чего-то веселого и необычного. Так посчитали организаторы и устроили на бульваре нефтепереработчиков праздник под названием «Зима. Пора чудес». Чудеса пришли с танцами, играми, эстафетами и горячим чаем. Темп празднику задавала молодежь. Сегодня проводим такие вот эстафеты, видите, развлекаем, поднимаем настроение. Но они пробегают от одной цели к другой. С разными препятствиями, если можно так сказать. В конце какая-нибудь одна из команд выигрывает. Очень хорошее настроение. Очень весело здесь играть. Во что играете? Ну, здесь должен пробегать человек и взять любую пару. А тот, кто остался без пары, тот должен пробежать и взять другого человека. И какое же новогоднее чудо без подарков? Сегодня их вручает Дед Мороз. Призы получают победители конкурса «Елочных игрушек». Его провели среди воспитанников детских садов Кстовского района. Творить малышам помогали родители, ведь конкурс задумывался как семейный. Я думаю, что им очень было приятно, интересно. Даже вот некоторые стали уходить, спрашивали, а когда будет следующий конкурс? Поэтому дети очень рады и хотят участвовать в таких конкурсах. Кстовчане приятно удивили, говорят организаторы. Никто не ожидал, что жители пришлют так много работ. Активность была очень большая, мы собрали около 400 игрушек, то есть принимало 400 семей. На столах развал, теплые вещи, сувенирные продукции, игрушки. Пока маленькие забавлялись, взрослые развлекались с предновогодним шопингом, выбирали подарки. И не только, чтобы сделать сюрприз своему ребенку, но и тем детям, для которых под Новый год Дед Мороз и Снегурочка заменят маму и папу. На средства, вырученные от предновогоднего базара, организаторы купят новогодние подарки детям из приюта «Алый парус». Ведь главный смысл этого праздника, по их словам, чтобы люди и маленькие, и большие верили в новогодние чудеса. Ирина Флягина, Евгений Мельников, Андрей Ерастов, «Связист ТВ».